Всем привет, с вами Саша, добро пожаловать в новую серию выживания Майнкрафт. Как вы помните, в прошлой серии мы сделали подводную железную дорогу. И она же как бы под водой. И дыхание у меня не железное. И мне всего дыхания хватает на полпути. И остальную всю дорогу я задыхаюсь и умираю. Поэтому мы должны сделать... Как он называется, блин? Я забыл. Я ж только что понял... Мы должны сделать подводный источник дыхания. А точнее, нам нужны призмариновые блоки, но которые такие переливаются. И как раз за ними мы сегодня и отправимся. Нам нужно в нашей деревне найти картографа, который должен мне продать карту исследователя океана. Я должен найти подводный данж, найти стражей, поубивать их, потому что из них выпадают осколки призмарина, поломать немножечко морских фонарей, потому что из них падают вот эти кристальчики. И как раз из этих таких осколков получается блок призмарина. Ну а если тебе понравилась эта серия, поддержи ее лайком, если ты еще не подписан, подпишись и нажми колокольчик. Но мы не будем медлить, погнали. А зачем я крафтил лодку, если у меня есть еще одна лодка? А, вот. Мне лень до нее путь, поэтому я вот так. Вот она, подводная железная дорога. И она продолжается вот туда. Как раз прямиком к деревне. О, сегодня будет путешествие. Хотя мы еще, по-моему, ни разу не плавали на лодке так далеко в океан. Но что-то откроем для себя новенькое. Спустя сколько там? Серия 30 выживания. Вот мы и приплыли. Чё там вагонетка делает? Почему он только что при мне проехал вот оттуда, вот сюда? Вот. Да как? Да ну нафиг это демон. Да, железная дорога сделана не до конца, свали крова. Она заканчивается вот здесь. Но мы с этим разберемся немножко попозже. А деревня находится вон там. Далеко-далеко. Или подожди, или я туплю. А, ну да. Железная дорога там заканчивается. Вот она. Уже домики виднеются. Сейчас по этому мостику пройдем. Надеюсь, в этой деревне будет картограф. О, а мы, кстати, в деревне уже. Мне нужен картограф. О, лошадка. Ну, ты тут постой, серий 5. Я тебя потом заберу, потому что моя первая лошадка почему-то, ну, копыта двинула. Она просто в костер зашла. Дура. Я арбузик у вас стыбзю. Я люблю арбузик. Плюс сейчас зима. Редко. Хотя какая тут в Майнкрафте зима? В Майнкрафте даже зимы нету. Только в зимнем биоме. А так нету. Почему раз... Так. Ты у нас фермер. Я хотела... Так. Где тут у вас картограф? Почему у вас все тут эти, как их? Почему у вас тут одни фермеры? Мне бы хоть бы верстак найти, хоть бы узнать, как крафтится, если что, этот стол картографа. Одни фермеры, пипец. Ну хотя, с другой стороны, это хорошо, они арбузики выращивают.
Господи, пришел за картографом, а сам арбуз собираю. Дебил. Вы не видели картографа? Не видел. Значит, я у вас арбуз конфискую. Не помню, что я сейчас сказал, но ладно. Так, мне нужно как-то забраться вот туда наверх. А, я же тут простраивал, типа, лесенку небольшую. Наверх. Типа. Я только хотел сказать то, что главное не упасть. О, господи. Когда я научусь по блокам ходить? Вроде бы выживание научилось играть. Вот по лесенке я хожу, как не знаю. Ногожоп какой-то, во. Так, здесь у нас библиотекарь. Так, вот эту штучку я это заберу, да. Так-то про тему я. Оп. У меня все это время был топор. Ну ладно. Протупил. А блок земли мне вообще не нужен. Здесь у нас сундучок. Опа, седло. Хлебушек, семена нам не нужны. Дерево акации. Ой, саженец акации я заберу, потому что я, может, у себя акацию посажу там. Блин, мне нравятся вот такие домики, не прикольно. Не знаю, в чем прикол вот этого. Ну, ладно. Где картограф? Я только что чуть не шандарахнулся туда. Главное сейчас вернуться. Если я сейчас опять упаду с лестницы. Я не знаю. Я заканчиваю свою карьеру, а они не заканчивают, все хорошо. Еще дерево. Господи, саженец акации. Да мне это все нафиг не нужно. Короче. А, дерево с собой не взял. Хотя я могу сейчас добыть здесь дерево, сделать верстак и посмотреть, как делается стол этого картографа. Все, добываем дерево. Чпоник, танц, танц, танц. Все, так. Сейчас делаем досочки. Там... Зачем я поставил топор? Потом делаем верстачок. И смотрим, как делается стол этого картографа. Для бумаги. А где мне взять тростник? Ладно, я пошел искать тростник. О, опасно. Как так жить можно? Только вышел из дома, и тут сразу это... Эндермен дурак. Только что здесь ходил, теперь туда упал. Ладно, окей. Сейчас зайдем в этот домик. Оп, оп. Ты тоже опять фермер. И... А. Ну, значит... Я ушел на несколько там блоков на 100 от деревни, не нашел тростника, вернулся обратно в деревню, и тут лежит бумага. И это даже не подстроено. Вот сейчас реально я просто готов забомбить вот ебу. Ведро, это понадобится, паутина, зачем мне паутина? Хлебушек я тоже заберу. О, ну хорошо, все. Ладно, окей, все. Вставай на работу, пора. Ладно, сейчас в яму не шандарахнуться.